Сейчас мы будем покрывать дверную карту, внутреннюю часть эпоксидной смолой. Вот у нас смола, вот у нас утвердитель. Так, родные крепления вот были уже заклеены, проверены, держится все как положено. Теперь будет полностью все изгибы промазаны смолой, чтобы не было в дальнейшем никаких, так сказать, сложностей с эксплуатацией. Будем вот это все приклеивать и скоро глянем эффект. Так, здорово. Сегодня, получается, я ставил свои карты, которые полностью внутреннюю часть промазывал эпоксидной смолой. Оставил я, получается, их. Ну, прошло уже около 18 часов. Все уже подсохло. Сейчас посмотрим, что вышло. Так. Вот, получается, наши карты, которые уже 18 часов, так сказать, прошли. Смола затвердела. Здесь тоже все затвердело. Вот эти у меня недостающие были, я их нашел и смолой прикрепил. Все крепления, которые были, тоже все пройдены смолой. Все углы, которые были тут, так сказать, больше всего подвержены коррозии. Ой, коррозии. Все углы, которые больше всего были подвержены изгибу и дальнейшим, так сказать, трещинам, которые тут маленькие трещинки были, все промазано. Вот это тоже уже затвердело, внутренняя, так сказать, резиночка, где будет крепиться, тоже все прошел. Вот углы крепления все, потому что на прошлой БМВ у меня вот эти крепления постепенно отваливались, сейчас они пройдены смолой полностью все. Потом вот эта кожа, которая тут изгибалась, тоже смолой прошелся я. И эта кожа тут, получается, у нас заебалась. Так. Вот наша смола в коробках. Вот как еще один комплект есть. Вот такая. Сама смола и отвердитель. Остается у нас передние карты. Их тоже вот разберем. Вот я разбирал задние. Настоящее дерево. То, что и нравится в старых тачках. Придется чуть-чуть, ну, либо полирнуть, либо просто лаком покроем. Либо пока так оставлю. Номера вот. Все, что надо, все есть. Вот сама ручка. Вот еще. Это правая дверь, это у нас левая дверь. Так. Эти коробочки хорошо, что сделали. Мы их положили по центру, чтобы вот эта кожица у нас не проседала и, так сказать, тоже приклеилась. Еще, конечно, липкая, потому что полное высыхание будет через только 24 часа. Это где-то через 5 часов только будет. Она все просохнет и все, и липнуть уже не будет. Здесь тоже вот закрепил все. Так что все крепления теперь у нас намертво стоят. Так. Сейчас глянем. Ничего нигде там не просочилось у нас. Так, тут все нормально. Теперь вот это стало намного плотнее. Так, тут нормально. Нормально, нормально. Но только вот тут чуть просочилось. Но тут закроется. Так, сейчас глянем. Вот так. Да, тут закроется у нас деревяшкой. И ничего не будет видно. Так, чуть-чуть она прошла. А, она это, так сказать, отковырялась. Так что я ее уберу. Да, она легко убирается. И все. Так что здесь, так сказать, дело уже сделано. На задних картах. Здесь то же самое все. Также
после крепления прошел. Также все вот эту резину, которая раньше выпирала, теперь она не будет выпирать. Тут карта была треснута, я кусочки собрал воедино, так сказать, как пазл. И теперь пофигу. Здесь то же самое. Вот самые, так сказать, болезненные места. Вот этот низ полностью прошелся. Вот тут видно, то что трещина была конкретная. Вот эти места у меня отсюда один раз вырвало. Ну и вот этот верх, так сказать. Все изгибы, все места самые болезненные. Потому что это древесина. Ну и все. Так что вот ничего у нас нигде не вышло. Так сказать, наружу. Кожа ничего не испачкала. Останется только купить химию, почистить, помыть. И будет, так сказать, как новое. Останется у нас только вот передние карты доделать. Потом сюда наклеим либо шумоизоляцию, либо шуму, либо тепло там глянем. Что будет потоньше, чтобы сильно двери не этовать. Поменяем все вот эти крепежи. Вот ему также на какой-нибудь клей слабенький заэтуем, чтобы их зафиксировать. Так, что у нас еще тут получается? Ну, пока мы все. Вот, запчасти лежат от бэхи. Бампер перед, задний бампер. И всякая мелочуха. Вот он вот. Я так, ради, так сказать, интереса просто белый покрасил ее и сделал фотку, что как будет смотреться сабли с белым цветом. Вот там либо, думаю, черный, либо в трехцветник. Ручки. Вот, короче, как-то так. Я антифриз взял. Хотел взять этот матюлиский оранжевый. Я просто видел. Но его у нас еще нет. Я увидел пацану в России. Там просто температура кипения 130 или 140, что-то, в общем, где-то такое. Ну, взял этот, проверим, как себя покажет. 10 килограмм. G11 проверили, все сказали, это он. Так. Всем здорово. Сегодня у нас Hella Black оригинал. Задние фары, которые идут на багажнике. И обычные фары. Red. Так, тоже смотрим. У родных фар тут получается для туманок идет отдельно. Тут же, ну я уже отверстие сделал, вот это отверстие было, как сказать, оно было закупорено пластмасс, но тут были, так сказать, начерчены с завода отверстия под фишки. Так что они, наверное, хотели сделать, но что-то, наверное, не так пошло. Может, передумали. Меня кто-то мутил что-то. Так что буду чуть переделывать. Надо будет, тут видно 3 пина, тут 4. Надо будет еще проводку перекинуть отсюда сюда. И вот этих не было заглушек или что. Они тут стояли на красных. Свет на багажнике. Я их сюда тоже поставлю. Как мы сделали, взяли паяльником и чуть-чуть от намеченной территории дальше начали паять. Выпаяли вот эту вот канитель. И сейчас работаем напильником. Как сейчас работа пройдет, покажем. Все, получается, распаял я. Потом, так сказать, зачистил как мог. Теперь более-менее. Сейчас покажу, как она, так сказать, втыкается. Одной рукой неудобно. Тут жестко сделал. Вот получается. Все. Этот сюда идет. Этот сюда. Все. Так, теперь второй вопрос получается. Как нам переносить проводку?
Короче, смотрите, вот тут фишка, которая стоит. Я думал, она снизу на заклепках. Она нет, она с завода идет уже припаянная. И тут просто вот такие отлетления идут с этим, с фишками и все. Так что сейчас как-нибудь будем все вот эти четыре, либо сейчас одну будем переносить на Hello Black. Здесь сейчас тоже, сейчас давайте покажу вам, как она, так сказать, отламывается. Короче, как у нас выходит. Поддеваем один конец, вот здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Она, ну, треск такой будет маленький, хоп, приподнимается. Потом также лево-право, хоп, она снимается. Опа. А тут она у нас по-другому крепится. Смотрите, у Hello Black снизу такие, типа как, зажимчики идут. А у обычной нету зажимчиков. Так что это еще круче. Чуть-чуть сюда-сюда-сюда-сюда клей долбанем. Либо также паяльником чуть-чуть нагреем и запаяем. Сейчас будем думать. Так, снял один проводок, который шел вот здесь. Чтобы долго не мучиться, просто крепление отломал на старый. Будем сейчас запихивать его вот сюда. И питание пойдет на левую фазу. На правую фазу можно добавить отсюда. Он с оригинального так идет вот сюда. Но я сниму полностью весь вот этот провод отсюда. Получается он. Вот он последний. Вот он проходит. И по всем сразу идет, 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 идет. И запитывает правую сторону. Левую я снял. Сейчас правую сниму. И посмотрим, что будет. Как-то так. Так, сейчас мы будем снимать вот эту длинную, которая полностью проходит через все и вот сюда поступает. Давайте продолжим. Донора не жалеем, чтобы не терять времени. Ну вот и все.
наша основная цепь снята. Так. И сейчас пойдет. Левую мы уже поставили. И сейчас пойдет она, получается, на правую. Вот через вот это все. Так, вот наша законченная фара. Получается, вырез фишки. Вот, стоит на 4 пина уже. Так, сейчас. Так. Вот так. Вот видите, они сделаны. У них зазор чуть меньше, и поэтому туго выходит и, так сказать, заходит. Но зато сидит плотно. Вот, сейчас на свету посмотрим. Сверху вот это у нас задний ход, а нижняя туманка. Вот провода проложены, 4 пина. Ну, сделано более-менее, так сказать, как могло было красиво. Функционал проверю потом, как подключу аккумулятор. И начнем испытывать. Как-то так. Так, это у нас сверху. Так, это у нас верхняя. Это нижняя. Все, село.